Хочешь жить как в сказке? Подпишись на Саске! У меня было много историй, но я их забыл! Потому что я тупой! Всем, короче, хай. Сейчас я успею ответить на донисы. У меня сегодня, знаете, какой план? Полчаса мы что-то с вами поделаем. Приедет Гена, научит меня ставить ресурс пак, дата-пак. Я его поставлю, он мне чуть-чуть расскажет, как с ним играть. И я запущу выживание с этим дата-паком на одну неделю. И мы будем выживать на снапшоте сразу. Сразу на снапшоте. Кирис, что такое пойдем в дис и в майн? Зачем? Что ты хочешь от меня? Пойду на пупа покаду. Ой, блин. Не, ладно, не пойду. Че ты хочешь, корова? Че? Не, ну все, да, лайк, лайк. Ставлю лайк. Лайк. Получается так. Да, нормально. Ну, тогда я пойду. Ну, давай, здоровой маме. Давай, пока, коров. Крутой корова. Так, пацантре. Значит, сейчас... Сейчас. Извините. Я не хочу заходить на СП, блядь. Я уже сколько раз говорил. Спамит ебучий мистер Ека, зайди на СП. Я не могу это сделать, потому что тут обсидиановая, видимо, хуйта. Ека, блядь, что непонятно? Алло, привет, друг. Да, привет. Позвал я тебя показать просторы отца прекрасные. Так я и с обновлениями. Да, тут перешел заброшенную шахту. Да, я по ней только что прошел. Да, подойди к суду. Ладно, сейчас. Ну, ты суд видел вообще, как оформлен? А, не видел. Прикольно. А ты где? Я прям над судом. Ну, я под этой штукой нахожусь. Что? Да. Ты где? Блядь, над судом, ёбаный! Оценил. Даже сначала не заметил. Да, в этом, да. Если меня убить, с меня дропнется тотем, но он мой, так что плюс суд, плюс килл. Ладно, хорошо. Так, еще мне Супер Дэн написал, что показать. Спавнер. Так, пошли. Так, ну. У меня еще есть скин под вот это вот говно. Ага. Ты вчера показывал. Но... Да. Теперь здесь заблудиться еще проще, чем в бывшем отце. Так, во-первых, вот, красиво. Ну да, красиво, да. Пустынное говно это было. Сейчас, подожди, я дождь... Ты стал дождь вообще можно отключить? Да, я сейчас отключу. Ген, отключи дождь. Да я в том смысле то, что в настройках дебил кусок. А, да нет. Ну, дальше. Так, вот это прикольно, дом... да. Так, и где-то был спавнер. Где Супер Дэн, ты знаешь? К моему дому? Да. Да, иду. Хорошо. Стенерго, я не знаю, что такое блэкбургер. Ну, хоть убей. Я первый раз слышу. Я знаю, что это блэкбургер. Ну, это я, ну, предполагаю, что это кафе или бар вонючий. Так, ну да. Блять, да хватит меня бить, ёбаный пиздец. Блин, это же твои фанаты. Они 5 дают тебе. Так. Вот Black Star Burger. Так. Кек. Еще все. Да, в этих круто. В вагонетках тоже лежали резы, кстати, в заброшенной шахте. В общем, короче, новый флешмоб, да. Это прям как город уродов, только, ну, просто. Ну, нормально, я понял. Да, прикольно очень. Я не знаю, я таймер сделал над твоим домом, типа 59 секунд, но я еще думал сделать 9 секунд и 59 секунд. Ой, 9 минут и 59 секунд, типа 10 минут на постройку дома, понял? Типа. Ну да. Так что хз.
Нормально. Як, можно задать вопрос? А ты думаешь это сносить? Да, да. Нет, я не думаю это сносить. Это очень хорошо вписывается в сюжет появления непонятной хуйни в городе Отсо-Сити. Ага, красиво. Так что вообще класс. Ой, рулим босина! А, блин, это не фейк. О, за ПМодром, кстати. За ПМодром. За ПМодром. Пошли в пирамиду. Суперден, где пирамида? Да, Квинс, я знаю, я помню, заткнись, да. Квинс, возьми ФБР. Пошли к пирамидике. Какой? За ПМодром. Ну, я видел пирамиду. Ну, надо еще больше видеть. Ладно, пирамиду. Хорошо. За ПМодром. За ПМодром. Сделай меня модером и выйдай ЗП. ЗП модером. ЗП модером. Угу. Угу. Не смешная шутка модера, кстати. Так, все, иди лутай пирамиду. Давай, Заквиэль, Заквиэль. Как Заквиэль учил? Ха-ха-ха-ха, гриферы. Так, все, пока. Корявый туда один динамит положил, но я немножко от себя добавил. Там, кстати, реально ресы в сундуках были. Ладно, неважно. Так. Ой, я чела взорвал какого-то. ВВС 33.01, прости, пожипши. ЗП модром. ЗП модром. ЗП модром. Какой даун? Воду закрыл, чтоб тебя машина переехала. ЗП модром. Я умер в пустоте, минус ресы, минус резубец. Он стоит 300 кар. Я бы купил, но никто не продает. Давай я тебе куплю. Ничего смешного не вижу. Так. ЗП модером. Что ты еще хочешь, мистер ЕК, от меня? Согласен, тебе надо. Все, знать... все, не будет зарплаты. Не будет. Все, все, не будет. Не будет. Не будет. Не будет. Ладно. Так. Так, еще. Так, все, можно я пойду? Да, сейчас сек еще хотел. Квинс просил тебя. Короче, Квинс тебя ждет по поводу ФБР. Я три раза переспросил, где ждет. В Дискорде или где-то. Он просто сказал, просто ждет. Он в здании на третьем этаже. Где? Ну, я смотрю в Дискорде, его нету реально. Кстати, жалоба, можно? Вот. А, он в здании ФБР. Алло, алло. Алло, привет, почему ты не запел опенинг из токийского гуля? Заткнись. Кирилл, у меня жалоба к тебе. Mm-hmm. Квинс заставил меня платить штраф за то, что я, в принципе, был на запретке ФБР и начал с ним драться. Ты как это прокомментируешь? Платишь штраф. Ну? Платишь штраф. Я уже оплатил, но почему я должен его платить? Поясни. Да, да, поясни, да. Почему да, я должен? Да, 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 да. Ну я пойду тогда уже. Хочешь набор провести ФБР? Нет, я хочу добавить на СП настоящего мента и его добавить в набор, и чтобы он потом тебя заменил. Непон. Ты мою кольчугу сейчас красиво сломаешь. Я тебе новый дам. Ладно. Ну так что, придешь на набор? Настоящего места, мента берем. Да не приду, я на СП, не хочу, заходи! А чё ты заходишь? Да потому что, блядь! Да! Ладно, пока. Так. Какой я еще скипнул донат, блядь? Я хотел всего лишь в 20 часов, в 20, начать новое выживание, блядь! В 20, не в 21! Я не помню, какой я донат скинул, блядь! Можешь позвонить Гигили... НАХУЯ! ...купить чурчхелу? Я тебя прошу, пожалуйста. Так.
Так, так. Так. Фух. Дамы и господа, значит, я планирую такую вещь. Выживание будет. Краки! Одиночное! Точно такое же, как я сказал тебе! Полтора часа назад, блядь! Тихо! Значит, тихо. Все. Значит, во-первых, забанить всех, кто пишет 1000-7. Это первое. Второе. Я сейчас отвечу на все донаты. Так вот. Значит, с сегодняшнего дня, с воскресенья, я хотел запустить выживач Мистер Крека! Одиночный выживач, блядь, для тебя повторяю! Попробуй, сука, еще только раз спросить, блядь! Так вот. Отныне сообчат в чате. Так вот. Зашел я в магазин, смотрю на полку с флешем и вижу, ебать, новый вкус флеша. Я его бегу, быстро покупаю, а потом оказалось то, что это обычный флеш, но в нем в два раза больше энергии. Ультра Энерджи. Мне не понравилось. Чата я теперь не вижу вообще. Если выпадет что-то кроме оранжевого, я забаню мистера Тусу в чате. Не повезло, мистер ёбаный Туса, блять. Герда уже. Так. Рассказываю. Сейчас начнется, вот, ну, с сегодняшнего дня, я надеюсь, новая эра. Пошёл нахуй, блядь. Как заблокировать, блядь? Пошёл нахуй. Всё, удалите из трусей, блядь. Я пытаюсь рассказать уже 15 минут про то, что я буду делать на протяжении ближайшей недели. А МЦ Файзер заходит в чат и пишет: «Мне кажется, флэш в бутылке вкуснее, чем флэш в банке». Да какая нахуй разница, ёбаный рот! Ой, блядь.
Спасибо, сэр, спонсор, который, которого не видно. Спасибо, сэр, спонсор новый. Я не буду видеть чат. Я не буду видеть сам чат. А, так вот. Я собираюсь, ну, как бы, как вы можете заметить, я, ну, собираюсь выйти с СП, да? Мне хочется туда зайти, но я специально себя сдерживаю. Как Ивангай говорил, вот сперма в яйцах набирается и становится более качественная. Вот. Ну, короче, вот я послушал Ивангая и такой думаю, ну, гений. Я буду ждать, я, ну, гораздо меньше хочу заходить на СП, для того, чтобы набраться интереса и зайти на новом сезоне и кайфануть, реально. Пук. А можно зайти на выживание твое зайти? Как зайти на твое выживание? Хочу с тобой поверить. Как? Пук, да что с тобой, пук, да что такое, пук, как зайти, пук, а что ты меня выгоняешь, пук, а что ты меня выгоняешь, пук, а что ты выгоняешь, пук, а что ты выгоняешь, пук, а что ты выгоняешь, пук. Пук, ты мне руку сейчас сломаешь! Давай, вали отсюда! А почему? Все, выходи давай, Пукма! Почему? Что ты такого сказала? Да тебя попросили по-любому там в чате, у меня это дебильный вопрос спросить! Пук, давай, вали отсюда! Пук, а что такое? Почему? Чего нет? Что, что с тобой поиграть? Пук, а что нельзя с тобой поиграть? Да, Пук, уходи давай отсюда! Все, пока! А что ты, а ты побил? Да все, Пук, ну все. А что ты орёшь? Ну, Пук, ну уже все. Ну а что ты орёшь? Да я тебе потом расскажу, реально. Алло. Привет, Гигила. Привет. А ты будешь извиняться или нет? За что? То, что ты попыч. Извини, пожалуйста. Кирилл. Кигила. Почему ты орёшь? Когда? Сейчас я захожу, там ты на фазера накричал. Страшно было. Ладно, я больше не буду так делать. А почему ты это сделал, Кирилл? Потому что у меня взорвалась жопа, Гигила. Жалко же Фазер, он же старый уже. Пенсионер. Да, у него борода, видел в инстаграме, прям уже такая. Да. Жалко его, ты да. На него наорал. Да, у реально. У него чуть инсульт жопы не случился. Действительно. Да. Кирилл. Гигила. Мне тут же сказали, короче, да? То, что у тебя там какое-то выживание. Так. А, ну, непосредственно, можно мне с тобой? А? Yeah.
У меня лицуха. Куда заходит то? Разбань в чате. Ссылка удалена. Пошел нахуй! Я думаю, надо сделать какой-то этот какой-то сид. Значит, я что предлагаю? Я хотел бы спросить, конечно, у всего чата. Как он мне сделать сид? Но спрошу только у спонсоров, блядь. Да нехер писать, блядь! 1000 - 7, сука! Это сколько уже? Да, а, еще пацантры, оказалась, значит, такая ситуация. Я вчера у меня был обход. Я опять попался в ловушку аниме ебаного. Значит, я в обходе, вот, я просто делал обход. И в обходе люди ставят таблички для того, чтобы рассказать о своем городе. Я вчера просто читал таблички. Оказывается, я спел песню из аниме, блядь. Ня, аригато. Ня. Сука, я не специально. Я постоянно попадаю в аниме ебаную ловушку. Каждый, я не предполагаю, что я говорю на каком-то анимешном языке, и тут бац, блядь, оказалось, что я опять вступил в ебаное аниме. Блядь, кулдаун вступления в аниме 3 дня у меня проходит. Сначала один мем, оказалось, что он аниме. Потом 3 дня проходит, еще один мем, оказалось, что аниме ебаное. Типа я прочитал табличку в Майнкрафте, оказалось, я спел ебаную песню из аниме, нахуй. Я боюсь разговаривать, блядь, чтоб не стать анимешником. Сука, как мне понимать, что мне нельзя говорить, чтобы, я не был ебаным анимешником, блядь. Вступил в аниме, но так, конечно, да. Так вот, я бы хотел сделать сид по циферкам. Значит так, не ваш ник будет, вы можете сказать циферку, вот. Авенит, ты, блядь, ты отупел или кто, блядь? Я! Уже люди пишут цифры! Какого хуя ты пишешь я? Уже давно писали я, уже этого в чате нету, блядь! Не пишу я никнеймы, блядь! Авенит, ты заходишь раз в 2 дня на стрим такой! Ой, блядь! Цифры! Цифры, блядь! Я последняя буква алфавита, а последняя циферка на клавиатуре это 0. О, нихуя, даже так? О, нихуя, даже так? Тут есть 10 режимов таких, поэтому есть постройка выше, чем... Саски. Я чики-бамбуни, додо пицца. Саски.